бродячий лама шел по степи, посматривал на юрты и принюхивался, откуда пахнет вкуснее. Вдруг запахло пшеной кашей, и лама свернул к ближайшей юрте. Спасите, помогите! В 2022 объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. Вот и на открытии традиционной недели детской книги во Дворце культуры «Юбилейный» школьникам Нижнего Тагила показали сказки из самых разных уголков нашей страны. Наградили лучших читателей по итогам прошедшего года и даже целые семьи. Мы с библиотекой дружим с самого рождения. Детей и старшая у нас ходит Ксюша, и вот младшая Аня. Мы очень любим читать. Всем желаем и советуем. Читайте, дети, читайте, взрослые. Читающий человек, думающий человек. Сказки читаем, энциклопедии читаем. Ну, всякие интересные вещи. Очень любознательный растет молодой человек. Я очень рада. Я тоже читаю всю классическую литературу. Это все, это наше богатство. Комиксы я тоже иногда читаю. Мне вот больше всего нравятся комиксы «Черепашки-ниндзя». У меня очень много любимых книжек. Это автор Кэдди Камилло, «Флора Одиссей», «Спасибо Уин Дикси», «Приключения мышонка Десперо» и «Необычное приключение кролика Эдварда». Иди ко мне, не бойся, я твое счастье. Где ты? Я тебя не вижу. Сделай шаг вперед, и все увидишь. Мы в 11.3 часа для наших детей Ленинского района, по крайней мере, на Выя, проводим мероприятия, посвященные писателям, произведениям, различные игровые программы. Неделя детской книги – хороший повод посетить библиотеку. Каждое учреждение в эти дни проводит этноэкспедиции, ярмарки, творческие лаборатории, путешествия по былинной Руси, богатырские забавы и фольклорные турниры. Подробное расписание на сайте Центральной городской библиотеки.